Ребята, всем привет! Вы на канале мультяшки Развивашки. И сегодня, ребята, мы поиграем вместе с вами в игру «Том за золотом». Ну что, ребята, а мы продолжаем наш чемпионат. Итак, сегодняшние участники у нас, ребята, будут морозный котик Том и гавайский песик Хэнк. Ну что, ребята, вы готовы к чемпионату? Тогда вперед за золотом! Ребята, а я вам напомню, чемпионат у нас состоит из двух забегов. Первый забег мы начинаем с трассы одного героя, а второй забег начинаем с трассы другого героя. Итак, первый забег у нас с трассы морозного котика Тома. Ребята, а вы, конечно же, не забывайте голосовать в комментариях за своего любимого героя. И если вы голосуете за котика Тома, то ставьте лайки, пишите в комментариях слово «Том». А если, ребята, вы решили отдать свой голос за песика Хэнка, то тоже не забудьте поставить свой лайк и пишите в комментариях слово «Хэнк». Так, у кого же первый будет 100 тысяч очков? Есть! Это морозный котик Том. Отлично! Так, кто же, ребята, победит сегодня? И кто заработает себе в турнирную таблицу по одному очку? Посмотрим, посмотрим. Ура! А морозному Тому удалось найти логово воришки Енотика. Так, посмотрим. Поймает ли Том воришку? А кому же из вас удавалось словить воришку Енотика, ребята? Есть такие? Если есть, ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких ловцов. Так, что здесь у нашего Хэнка? А у нашего Хэнка уже почти 200 тысяч очков. И у него есть магнитик. Вау! Морозный Том поймал воришку. Тяни, тяни у него мешок. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Еще, еще, еще. Ух ты! Отлично! 2 звезды и 300 слитка удалось выбить морозному котику Тому у воришки Нотика. А Хэнк наш снова на морозной трассе Тома. Хэнк, будь у Тома осторожнее, здесь зима и очень скользко и холодно. Так, морозный Том тоже решил пробежаться по своей морозной трассе. Кстати, ребята, а какая у вас самая любимая трасса в этой игре? Напишите нам в комментариях. Так, тоннель у нашего Хэнка. И он в гостях у Бена. Кстати, ребята, мне кажется, что у Бена самая тяжелая трасса. А как думаете вы? Если вы со мной согласны, ставьте лайк. Так, ну что, ребята, посмотрим результаты. Итак, у морозного котика Тома нашего уже, ребята, почти 450 тысяч очков. А Хэнк набрал 400 тысяч, он немножечко отстает. Давай, Хэнк, поторопись. Так, морозный котик Том у нас на гавайском острове Хэнка. Ребята, а как вам эта игра? Если нравится, ставьте лайк. Итак, ребята, время уже подходит к концу первого забега. Кто же победит? Посмотрите, по-моему, наш Хэнк догоняет нашего Тома. Возможно, он и заработает себе одно очко в турнирную таблицу. Давай-давай, Хэнк, поторопись. Ой, посмотрите, Хэнку не хватает совсем чуть-чуть. Да, интригующий случай, правда, ребята? Ребята, не забывайте проголосовать за своего героя в комментариях. Кто же все-таки победит в первом забеге? Ой-ой-ой! Так, у Хэнка закружилась голова, а Том первый врезался. Все, Хэнк тоже врезался, ребята, время закончилось. Давайте посмотрим результаты. Итак, морозный Том набирает 720 тысяч очков, а Хэнк, к сожалению, не смог догнать Тома, набирает 698 тысяч очков. Итак, одно очко в турнирную таблицу зарабатывает морозный котик Том.
А мы, ребята, продолжаем. И у нас второй забег с трассы. Даже не с трассы, а с острова Гавайского Хэнка. Вперед за золото! А вот и воришки-нотики наши. Так, догоняем, догоняем. Да, очень красивый Гавайский остров. Вам, ребята, нравится? Мне, кстати, очень нравится. Но здесь очень-очень опасно. Посмотрите, какие здесь плавают огромные акулы в водоемах. Так, у кого же будет первых 100 тысяч очков? Сейчас посмотрим. У Тома или у Хэнка? Ребята, а за кого голосуете вы? За Тома или за Хэнка? Пишите мне в комментариях. Так, по-моему, наши герои идут почти наравне. Кто же будет первый? Давайте посмотрим. Хэнк, да, ребята? По-моему, Хэнк заработал первые 100 тысяч очков. Может быть, ему все-таки удастся выиграть хотя бы во втором забеге. Посмотрим, посмотрим. И наш Хэнк, ребята, в гостях у котика Джинджера. Ребята, кстати, а каким героем больше всего любите играть вы в этой игре? Хэнком или Томом? А может быть, котиком Джинджером или кошечкой Анжелой? Пишите мне в комментариях, мне очень интересно. Итак, защитный шлем у нашего Тома и магнитик подобрал наш песик Хэнк. Неплохо, неплохо. Ух ты, самолет у Хэнка, вот это удача! Круто! Ничего себе, и самолетик подбирает Том. Да, тоже неплохо. Зато у Тома, ребята, посмотрите, у него двойные слитки, круто. Итак, пока, ребята, идут, по-моему, наравне наши герои. Кто же победит? Кстати, ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных для себя видео. Так, тоннель у нашего Тома, и он в гостях у него новой Анжелы. Кстати, очень классный город, такой красивый, правда, ребята? Я бы хотела попасть в такой город, а вы? Итак, что у нас с результатами, ребята? У Морозного Тома у нашего 450 тысяч очков, а у Хэнка 430. Так, снова наш Хэнк немножечко отстает, кстати. Он сейчас на трассе Хэнка. Обычного, ребята. Так, давай, поторопись. Попробуй догнать Морозного Тома. Да, наш Том, оказывается, очень быстрый парень. Так, ребята, время уже подходит к концу. Кто же выиграет? О-о, наш Том врезался даже раньше времени, ребята. Давайте попробуем быстрее его спасти, дадим ему все-таки последний шанс. Так, кто же выиграет этот второй забег? Вы знаете, ребята, мне кажется, что все равно это будет Морозный котик Том, да, по результатам. Хотя у нас все может быть. Магнит у Тома. Сейчас бы Хэнку подобрать бы удвоение очков. Эх, нет, ребята, все. Второй забег закончился, давайте смотреть результаты. Итак, Морозного Тома 694 тысячи очков. А у нашего Гавайского Хэнка 661 тысяча очков. И еще одно очко в турнирную таблицу зарабатывает Морозный котик Том. Давайте, ребята, поздравим его с победой. Ребята, ну а на сегодня у нас все. Пишите нам свои комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, ребята, чтобы быть в курсе всех наших новых видео первыми.
Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока!